Привет, я Александра, это Минута с налоговым консультантом. Давайте сегодня поговорим о налогообложении доходов граждан от продажи легковых автомобилей. Согласно пункту 173.2 Налогового кодекса Украины, доход, полученный физическим лицом от продажи обмена в течение отчетного года одного легкового автомобиля, мотоцикла или мопеда, не облагается налогами. Доход от продажи второго автомобиля в отчетном году будет облагаться налогом по ставке 5%. Если же вы продаете третий и более автомобиль в течение одного года, такой доход будет облагаться по ставке 18%. Получается, первый автомобиль доход не облагается, второй автомобиль это 5% налог с доходов граждан и третий и более автомобиль 18%. Обращаю ваше внимание, что согласно пункту 173.8 Налогового кодекса Украины, под продажей в целях этой статьи подразумевается любой переход права собственности на объект движимого имущества, кроме дарения и наследования. То есть, если договор купли-продажи оформлен иначе, нежели именно сделка купли-продажи, на налогообложение это не повлияет, налог будет все равно применяться. Всего хорошего, пока.